Я рад приветствовать всех и вся, кто уж знаком с видеороликом под названием «Быстроразборная гиря для женщин, юношей и девушек». Быстроразборная гиря с поливариантной трансформацией, скобки 2. Быстроразборная гиря на основе авторского свидетельства. 1 519 716. Вот. 1 684 876. Патента Израиля. 106 731. И приступить к видеоролику под названием «В первую очередь быстроразборная гиря для сильных представителей слабого пола». Под другими названиями несколько позднее будет выходить сей видеоролик, ибо возможен некоторый перебор у автора настоящего видеоролика. Это дело может быть несколько дней, когда отсчетный период закончится. Все же день, он женский день, 8 марта. И вот и поговорим в первую очередь о спортивном снаряде для сильных представителей слабого пола. Значит, для представительниц слабого пола повествовалось недавно о том, что о спортивной гире вот какого типа. На основе авторского свидетельства номер 519 716. Что же, значит, она допускала изменение веса, ну, примерно от 10 до 20 килограммов. Но если соревновательный вес 16 килограммов, то, разумеется, для подавляющих женщин, то, разумеется, от 10 до 20 килограммов это довольно практичная вещь. Значит, демонстрируются и вот эти диски. Несколько меньше, значит, 1,25 килограмма, 1 с четверть килограмма. Вот, потом 2,5 килограмма. Вот. И также и вот эти диски. 5 килограммов. 5 килограммов. Так, в том-то и дело, что есть довольно сильные представители этого слабого пола, которые соревнуются с гирей не 16-килограммового веса, а 24-килограммового веса. Не здесь упомянуть Кимберли Фокс. Да, порядка, да, 6, по длинному циклу 61 подъем. Приходилось видеть и такое, с весом 24 килограмма. Да, Ксения Дедюхина, высокие там достижения. И, следовательно, тренировочный вес гири для таких возможен от 16, скажем, до 32 килограммов. Вот один из весьма приемлемых вариантов. Когда вот эти вот грузы снимаются, а на их место вот какие грузы, то есть 5-килограммовый, вот эти грузы устанавливаются. Так. Вот эти выступы не так уж надобны для спортивной гири. Вернее, можно было бы их сохранить, однако нужно делать соответствующие выемки, которые бы, чтобы выступы соответствующие не чинили им препятствия при установке. Итак, 7,5 килограммов, 7,5 килограммов с двух сторон, получается 15 килограммов. Вот здесь опять-таки, значит, там 2,5 килограмма и 1 килограмм с четвертью. В целом, в этой спортивной, значит, гири
именно масса переменных. Грузов побольше. О чем же речь? То есть именно градацию мы сохранять. Если эти грузы сняты, а вот эти поставлены, то есть эти, как правило, допустим, при меньшем весе хранятся вне спортивного снаряда. И 15 килограммов плюс 20 килограмм, значит 22,5 килограмма вес сменных грузов. Это сама гелия. В данном конкретном случае, поскольку это крайне облегченный материал, имеет 24 килограмма. Однако при более весистом материале, если это из стали, вот, ну как, например, в производстве детского кооператива «Инициатива» при заводе Дварского восстания, то этот вес будет и на 7 килограммов больше. Порядка. В общем, если 2 до 25 килограммов вот это весит, то до 20, то до 32 килограммов вполне может быть вес. Также женщины могут заниматься высокой подготовленностью. Вот с какими грязи. С этими. От 16 до 32 килограммов. Самый-самый первый видеоролик вашего покорного слуги, вышедший в свет. В 2015 году. Даже с этой гири. И этому уделялось внимание. Хотя, говорим стоп. Слишком уж большой диаметр рукоятки в этой спортивной гири. Ну, при меньшем, так само можно было бы заниматься. Вот. Ну, что же касается мужчин, для них более серьезный вес возможен. И этому уделяется внимание от 24 до 48 килограммов. Ну, а что касается поливариантной трансформации. Ну, вот это недавно видеоролик, выходивший в свет. Вот. Так вот, можно заниматься и с этим спортивным. Значит, что же сделалось в данном случае? Отодвинулась эта крышка. Этот промежуточный элемент, вот это вот тоже снялся. Значит, этот снялось со спортивного снаряда. Вот. Нет необходимости демонстрировать в данном случае. Вот это в том-то и дело, что она это полая рукоятка. Да давайте уж и покажем. Почему же нет? Пусть даже при занятой руке. Поставим вот как. Будет видно. А нет, ну и не страшно. И вот это вот, в том-то и дело, промежуточная, это рукоятка, промежуточный элемент полая. Она может сюда. Вот. Двигаться. Вот и на этом спортивном снаряде быть. И вот на этом спортивном снаряде может также быть. Вот. Значит, тем и характерен этот спортивный снаряд, что можно соблюдать определенную конфигурацию спортивного снаряда при дополнительных грузах добиваться довольно высоких достижений. При правильном планировании тренировочного процесса. Диаметральный размер порядка 230 миллиметров. Ну, все нормально, все приемлемо. Значит, демонстрацию работы с этой, и именно демонстрацию сборки этой не требуется. Прошедший видеоролик этому уделялся
Идет внимание про тех видеороликов, которые упоминаются. И все же время, как говорят, поджимает. Вот. И что же? И при первом же удобном случае встретимся в новом видеоролике. Осталось только еще упомянуть об этом вот оригинальном именно ключики для сборки разборки вот это вот тоже оригинальный спортивный гири, который вот трансформируется под несколько технических решений. Вот эта самая гайка. Вот. И сказать традиционно до свидания, до новых встреч.